Тирренское море, 46 года нашей эры. Дайте угадать, нас нападут, и мы будем сражаться, да? No. It's a relic. I don't want to talk about it, Demastis. Isn't that Bayex? Let me have it. I'll give it to Foxy as myself. He loves these things. I'll kill you. How about that? I'm in no mood for compromise today. Pimis! We passed Neapolis in the crack of morning. With strong wind, you'll be standing in Rome's Forum in... two days' time. Там только что, по-моему, был берег на заднем фоне, нет? It's over between you and Bayek, eh? А, ну I да. Feel... Думаю, что no, не в море, он имел в виду. You are a chosen one. And now you are free! Like me! So begins a new day. Так не говорите, что за ней будет финальный босс, серьезно. Я просто так проиграю с этого. Please! Please, Ubisoft! Да не, не может. А что она в руке держала? Не понял, что она только что выбросила? Это было реально что-то от байка? А, понятно. Падение одной империи, рождение другой. Так, внимание, смотрим. 35 левел нужен, ребят. 35 левел для чего? Приготовься к большущему рука лицу. Окей. Это был значок onto Клеопатры. Окей. Do you see? Don't drop your guard entirely. We should assume they are expecting us. You sound thrilled about it. Eager, old man. Eager to be done with this scum and move on to the next pile of scum. Infinite scum. What the fuck is that? Ну вот геймплей Sea of Thieves, в принципе. Уязвимые места. We have been spotted. Those flares will summon their navy. Prepare yourselves. Okay. Pick up the pace. Prepare your anuses. More speed. Видите, время плыву. Прогрузились корабли, как бы нормально. Лол, нормально. Он специально поворачивается, как бы? Давай, херач. Изи. Может быть, тут как бы левел влияет на этот? На урон? Поджигатели? Понятно. We must sink them before they reach us. They'll doom us if they strike us. Take them down. Now! Take a piece of that. Give them hell and a fan. Where is fuck? Steady! Да в дерьмо! Охереть. Понятно. К этому меня жизнь не готовила. Плиз! Охереть.
Да это жесть. И слишком много меня влетело. Я не помню, что она делает изначально. Окей. А там уже уходить некуда было. Не, вот это бесит, когда камера лочится и так далее. Дайте мне свободный обзор, плиз. Чтоб я понимал, что происходит. Да не это, господи. Как же это неудобно. Найс. Ну как бы. More fire ships close! By the gods! They're everywhere! Firing! We're under fire! Ooh. Так, надо кого-то отстреливать сначала, мелочь. Чё? Блин, я не вижу их. Из-за того, что они сзади. На. И что мне делать? Фак. А, так типа не можно и так стрелять, что ли? Так я думал, что по ним можно стрелять только это. Оу, фак. Оказывается, можно по парусам стрелять. Нихера не видно. О, Октарема, окей. Какой остановили? А, отлично. Кто меня только что... Что мне стрелял только что? Man up, you old sodlick! Save your bloody ship! Pick up the pace! Another fleet there! Blast! Jove's pissing on our heads from the peak of Olympus! Ну перестань вглядывать, окей! Oh, it's Brutus and Cassius! Look! And our catapult with them! Put them to use! Race! Come on! May! Don't fear this beast! Fuck! She's a great and girthy whale! But we'll dance around their boat like minnows in a pond. You weren't a poet in your youth, were you, Foxidas? Oh, ho, ho, I should have been, I think. A philosopher, too. Ah, what we should have been. A million things, Feraya. You must write your memoirs today. Вот. I may just do. And if you'll promise to sneak one copy into the library, our legend will live on. Surely this chapter will be the fuck, most widely read of all. Heave to, carry speed. Почему я тут во что-то врезался? Fire! We're under fire! Freeze! Oh my god, там просто все у меня летит. В смысле? О, фак! На! Чё, как он подъезжается? О май гад! О май гад! Так,
Так, я сваливаю отсюда. Так, ту херню полутопили? Охереть. А твою мать. То есть тут даже минимальных хп не отнимается. А когда ты стоишь, блин. В смысле, когда ты блокируешь выстрелы щитом. А, окей. Ну как бы изи. Барабанщик, на барабанщика, на место барабанщика берут отчаянного психа, он такой: «Что? Они стреляют! Насрать! Барабаним!» И какой-то барабанщик Металлики. Его В оживленных районах города возводили высокие постройки иногда в 4 этажа. Офигенно, серьезно, люди строили дома раньше? Я-то думал. О май гад, они все зарывались в землю и жили там. А укрывались, я не знаю, там полотном из травы. Рим, театр Помпея, 44 года нашей эры, матерские иды. You're a god. The Senate will not bow so easily. That parliament of clucking hens. Let me be your wolf. Это финал наступил наконец-то. Я понял. В финале, что мы делали всю игру? Мы за какого-то дебила играли. Вот настоящий-то ассасин. Зачем прокачивался там, зачем что-то делал, если можно было просто как бы забить на все и играть за бабу, да, которая просто по умолчанию сильна. Чё оружие добывал, вот на. Caesar is the father of understanding. You and Caesar will die. You are meddling with the affairs of the order. У него какое-то не очень эффективное оружие. Не очень эффективное оружие. You make me understand. Интересно, если не прокачивать серию ударов, то она останется? У нее будет, в смысле? I control greatness. I will erase your order from the annals. Kneel to Caesar. Kneel to Rome. It feels good to side with winners. We are the writers of history. Caesar will follow nice you camera. To Oblivion. Your son pissed himself when he saw the knife. I will feed your heart to vultures. You have no honor. You stole everything from me. I am a Capignani. I thought you would scurry away, little one. You should have taken your chance to drop off the map. Flavius isn't here to save you this time, Septimus. Прикол в том, что жена Байек известна, сына сам Байек нет. Ну так. Играем за каких-то даунов постоянно. Сложный босс. Что? Чё за хуета творится? Что за бред? Понятно. Ну я не мог уйти, в принципе, отсюда. Вау! Damn you, Lupa! My son's heart.
Дай мне лупа. Я не лупа. За лупу ответишь. Ой. With the order, I served them and your beloved Egypt, and I'll be rewarded in the afterlife. An eternity of drinking and whoring with my brothers. The only thing that waits for you is oblivion. For your name, your order, and the rotting corpses of your Gabignani. Apep devour your fettered heart. При чем тут перья? Вообще хер просышь. Чё кого? Почему они здесь показаны? А, я не знаю. Ну, типа... Патрис, здесь я придумал для первой части. Типа, круто. Давайте повторим. Окей. Так, это, полагаю, я всех убил, да? А, даже не дают посмотреть, всех я убил или нет. Понятно. Доберитесь до курии. Курия! Что-то японское. Курья. This place is crawling with soldiers. А, то есть всю игру я проходил с Сеней, теперь Сеня идёт в жопу. Сени нет, понятно. Найс, найс идеи, разработчики. Встаньте! Мора! Полагаю, через прудик будет самое безопасное. Блин, думал сиськи, а тут не сиськи. Чизбургер не та игра. Ну да, не та игра немножечко. Слегонца. Старте! Конкуэско! Fuck you. Систе, конпуте! Ага. Ну как бы иди нахер. Все, что могу тебе сказать. Хорошая игра. Прям идеальная. Нет никого. Идите в жопу. Он стреляет. Ты можешь тоже сюда придешь? А, у нее такой, как бы, лук. Окей, ладно, хорошо. Я бы натянул его, а он натянул меня. Чуть не натянул. Точнее, из-за него чуть не натянул меня. Ну, понятно. Всем насрать, никто не на воротах не стоит, всем похеру, как бы. Цезарь, короче, да, не повезло ему немножечко. Капец незаметная. Просто охереть, сама незаметность. We want a Rome that offers just... В смысле убить Цезаря? Не понял. А, ну да, в принципе, его так и закололи. You too, my child. По-моему, их яйцам засадил, не?
Да, последний удар в яйца. The tyrant is dead, you are free now. What the fuck? Почему slow motion, а как бы... Липсинг не завезли, алло. Do I know you? Охереть you просто, знаете, Байек страдал, страдал, а тут бабе все лавры, как бы. In the end, it is impossible not to become what others believe you are. And I was a god! There is a new creed now. Yeah! Rome is eternal! Они за последний час игры сказали слово «кредо» больше раз, чем вообще, по-моему, за все возможные игры Assassin's Creed. Потому что, блин, да, у нас же Assassin's Creed игра. Requiescat in pace, Caesar. При чем тут это? При чем тут итальянский? О, май гад. Do you know what you've done? Caesarion would have sat on the throne of Rome. Listen to the cries in the streets. They call you a dead tyrant's whore. I am still your queen. Ну и что, что она в Риме? Причем тут это? I fought for you for 5 years. Our people worshipped you. Apollodorus died for you for Egypt. For Egypt? I am. Вы что, не понимаете, для чего это они сделали? Все вдруг? Она стала ему говорить по-итальянски. Then be the ruler our people deserve, or nothing will save you from my blade across your throat. А что она до этого с ним по-итальянски не разговаривала? You are the last of the pharaohs. Там чувак тоже как был итальянец, вот которого она до этого убила. Почему она ему не сказала request in pace? Отсылки. Who's... придумайте рифму с who. Боже. Боже, да, они писали этот сценарий. Я шатал их. О май гад. До этого не эпично было, теперь напишу. Точно, да. Чтобы эпика добавить, а то вы все такие, блин, что-то сценарий говно. О, он сказал, она сказала, request in pace. Все, охеренная игра. Черт твою мать, 10 из 10. Знаете, попытка придать эпичность иногда оборачивается фейлом. Так вот, вот это отличный пример того, как не стоит делать. И отсылочки, которые не стоит делать. Это выглядит, знаете, как фанфик какой-то теперь. Серьезно, вот до этого еще был более-менее нормальный как бы сюжет. А сейчас это фанфик. Серьезно, даже фанфики, наверное, лучше, чем вот это, то, что... Цезаря она убила. И Ленина тоже, короче говоря, убили ассасины там, тамплиеры, я не знаю, кто-нибудь. Кот пошел в жопу. Рим Пантеон, 43-й год до нашей эры. Caesar has been assassinated. Septimius is also dead. Они признают, что им нужно селе. А селе такой, fuck you! Yet... No one knows of our existence. Like Amun, we are the hidden ones. I believe in you. The irony of freedom. We are free of each other, yet... It brings me no happiness. We must move forward. Remain in our tempest of blood poetry. Despite it all, we dance, and they die. From darkness we have come, and in darkness we shall stay. Humans are not meant to last forever. But this creed will. Ой, снова слово кредо, потому что... Еще раз слово кредо. Они ни разу не говорили за всю игру его, по-моему. И тут просто серьезно.
У нее тоже не было пальца? Да? Я видел, что был. По-моему, был. Go home. You're free. Он вообще отрубил палец себе случайно. I don't want to go home by myself. I'm scared. Should we take Там мелькал замотанный hero? Палец, ладно, хорошо. No. Иначе не взглядел. Что это за баба? Вот, которая с ним вот, вот здесь тусит сейчас. I'll take you home. Let nothing grieve you beyond measure, for your life is short and time will claim its toll. But I am no longer who I was. I have renounced all love I once had. А, ну еще раз поиспользуем музычку из второй части, потому что мы ничего не можем придумать. А, тут еще и композитор женщина, как бы, по-моему. Знаете, я ничего не имею, я не сексист, как бы, но... Простите, это первый композитор в Assassin's Creed, который взял и использовал чужие идеи. Как бы, да. Даже не написав свою собственную тему. Там были, то есть, сначала Jesper Cute, потом Лорен Балф, третья часть, не помню, кто писал. Потом Брайан Тайлер, четвертая часть писал. Пятый, шестой, я вообще не помню музон. Ну, что-то прикольный был. Такой. Впечатлен фильмами этого. Господи, кто там снял это, Короля Артура-то, последнего. Шерлока Холмса, как его зовут? А, Гая Ричи. Да, а здесь просто, ну, даже нет, как бы, своей собственной мысли. Куда постоянно Сеня летает? Папа? Джам. What? Yes! Конец! Новая игра плюс. Новая игра плюс разблокирована, я не успел прочитать. Джамп? Наконец-таки это закончилось, говорит Z-Show. Ну подожди, подожди, еще не закончилось. Тут еще постгейм есть и New Game Plus. Вдруг что открылось, как бы. Так, окей. Так, а где титры? Не понял. Сейчас оказывается, что это всего лишь было интро, ага. Как мне запустить титры? Давайте сюда отойдем. Или чтобы запустить титры, нужно пройти все доп-квесты. Так, а что там вообще есть? Снаряжение? Мне что-нибудь новое дали, нет? Понятно, до свидания. Почему я не могу приятеля разложить? На части. 30 команд Юби не заслужили авторство. Серьезно, то есть, вот над этой игрой работает 500 или 600 человек. Как? Мне Роман сказал то, что здесь есть еще сцена после титров. То есть, если я запущу ее через меню, как бы, у меня сцена после титров-то будет? Или здесь сцена после титров, после того, как ты все зачищаешь полностью на 100%?
Блин. Вот эта сцена и была после титров какая? В смысле, а где мои титры? Где мои титры? То есть у меня просто титры скипнулись, видимо, да? Каким-то образом. Нет противника страшнее, чем 4 боевых слона. Их можно найти в Номе, Гераклеон, в Зеленых Горах. Понятно. В мире множество кругов камней. Похоже, они как-то связаны со сфинксом. Убивайте всех хилков, которые встретятся на пути, их нужно уничтожить. А, бая копсива. All right. Ага. Древняя табличка. Табличка хранит секреты древней цивилизации. Прочтите ее, чтобы получить 1000 дополнительных очков опыта. Чтобы получить больше очков опыта, можно покупать одну табличку за другой. 1000 очков опыта. 1000, понимаете? Всего до 1000. Люк Уаджит. Ага. Гордость Джосера. Ага. Goodbye, but... ага. Так, подождите. А тут имеется в виду легендарные предметы, чтобы получить ачивку, носить легендарные предметы. Это мне и вот это тоже легендарное все нужно? Или этого хватит? Не 500 или 600 человек делали, а 500 или 600 макак с бананами в лапах. Ну серьезно, тут некоторые как бы сюжеты и прочее смотрятся как набор слов, если честно. Просто соединенные предложения. А, ну, видимо, типа, все, ладно. Так, ну что, доп-квесты, ребята? Чемпион арены. Кенса. Да. Как бы он похож на кого-то, знаете, вот Джахеда психа. Такс. Ну зато я половину вышечек забрал, смотрите. Нет, не половину. Нет, половину. Нет, не половину. Черт. Нужно еще 3. Короче! Мое краткое мнение по этой игре. Мне не понравилось. Мне не понравилось. Совсем чуть-чуть, ребят, слегаца. Ну, совсем чуть-чуть. Вот чуть-чуть получше бы сделать, и было вообще шедевр. Ну так, совсем чуть-чуть не понравилось. Прям слегаца. Слегонечечка.